И вот, наконец-таки, все вернулось на круги своя. В свое время мы работали с СВ-авто и продолжаем это делать. Что касаемо СВ-авто, то есть, когда я задаю вопрос о цене на запасные части, я с этим вопросом обращаюсь к каждому, кто продает этот замечательный товар. Если я вижу какие-то сногсшибатые ценники, я говорю нет. То есть я задаю вопрос, у вас ли есть товар по цене ЕБЭ? Прикольно, да? А у них нет товара по цене ЕБЭ. Но когда я приезжаю сюда, кажется, что у них товар еще и дешевле, чем ЕБЭ есть. Да-да-да, но надо забывать маленький такой нюанс, В ЕБЭ иногда случается доставка. То есть, в принципе, товар стоит недорого, а с доставкой возникают такие дивные проблемы. Как бы его сюда спокойненько-то и доставить? Вот начинаешь думать. Йосик-посик. Но когда я захожу в свое авто, я серьезно говорю, поверьте мне, ну, врать я вам железобетонно не буду. Оказывается, что товар есть в наличии. Или в наличии, или с небольшой доставкой, ну, там, неделя, максимум неделя. Как правило, за 2 дня привозят. Могут и за день привезти, могут и за полдня привезти, если все это дело окажется в Челябинске или в Уфе. То есть это большая интересная сеть, которая позволяет вам не тратить большое количество денег на ремонт своего автомобиля. Тратить имеется в виду деньги в то. Деньги в то сейчас всем очень сильно нужны. Но возникает другой вопрос. Сколько людей вы можете хорошо и качественно обслужить и где это необходимо делать? Так вот. СВ-авто, естественно, стало еще круче. Не просто решил продавать те же самые запасные части по весьма интересной цене. Он может их реально ставить и ремонтировать. И все это здесь, на Калмыкова 24А. Как сюда доехать? Вот. Ну, во-первых, сюда доехать достаточно легко и просто. Это все-таки черта города. То есть туда еще маршрутки идут и обратно. Они маршрутки идут, в принципе, 3 маршрутки идут туда, 3 маршрутки идут обратно. То есть даже если что-то случится, на самой маршрутном такси даже отсюда можно до вокзала доехать не так уж и сильно задорого. Естественно, всего лишь за 30 рублей. И обратно 30 рублей, да. Оставили машину, вам позвонили, вы приехали и забрали ее. То есть, в принципе, мы не будем говорить, что город Магнитогорск, он сложный для перемещения город. Нет, господа мои, это тот город, который мне реально нравится. И когда мне говорят, ты куда-нибудь свали, я говорю, а мне и валить-то некуда. Потому что пункт номер 1, мне нравится этот город. Пункт номер 2, я люблю вас. Жители города Магнитогорска, и мы вам сейчас продемонстрируем, где вы можете и купить запасные части, и поставить. И все это будет по весьма адекватной и нормальной цене. Далеко не каждый это умеет. Мало того, СВ Авто к этому дошел. Что сложно принять лучшего? Я не говорю, что я лучший, но меня смотрят, потому что я не вру. Сказал качественно, в срок и недорого. Так оно и есть. По сути, я проверяю и ставлю оценку. С 1975 года. Так и есть. В 3 года я рулил, в 10 ремонтировал. Сам. То есть, знаю кое-что. А именно, как обличать разных, больших и малых вредятин. Я не только научился, но и могу это сделать на YouTube. Что же мне нравится в СВ авто? Так это то, что можно привезти быстрее, чем с ЕБЭ. И по меньшей цене. Не верите? Придите и проверьте сами. Я либо сам заказываю, либо мне везет лучший из Питера, либо СВ авто. Это, конечно, тоже интересно, но здесь есть не все, поверьте мне. Мы сейчас на склад пройдем. Потому что да. Если раньше это было все в одном местечке, ну, однокомнатная квартира, как бы там, представляете, да? Надо было как-то сделать красиво. То сегодня сейчас есть замечательный склад, где товары есть в наличии. Да-да-да, есть в наличии товары, которые вы можете купить. Ну, а уж если что-то сильно вам захочется, давайте все-таки определимся, что в интернете есть специалисты, которые предлагают вам дорогие цены и быстрые. Есть ценники, которые недорогие, но чуть подлиннее. А есть те, которые предлагают и быстро, и дешево. Так вот, со всеми этими товарищами очень хорошо работают специалисты фирмы СВ авто. И в результате, если вы сильно хотите и не задорого, вы немножко можете подождать. Не сильно много, кстати. Ну, максимум неделя. Это максимум неделя. А так, в принципе, 2-3 дня. И товар дойдет к вам. Либо, ну, немножко переплатить, и это будет буквально сегодня и завтра. Во как больше и интереснее.
Хотя больше это когда сам завод, применяя комплекс, позволяет в лучшей степени менять быстро и без косяков. В этом смысле американский Ford, Mercury, Lincoln и Mazda в ремонте это просто юзю. Быстро разбирается и быстро собирается. Я тут регулятор переключения автомата на таун-каре из-под руля выдернул и поставил за час, зимой, ночью, не в боксе. То есть в процессе ремонта главное унифицирование производства. И тогда машина восстанавливается просто. Но не все такие, не все. Но куда я вас завел? Вы не понимаете? А может быть, понимать и не нужно. Приехали в СВ авто, купили запчасть, вам грамотно поставили и катайтесь. В некотором случае можно посмотреть ТВ, выпить кофе. К слову, здесь вам машину можно помыть, используя лучшие сорта автомоющих средств, эмали с восстановлением, и полировочку необходимую сделают. Да мы так-то думать, по сути, не будем. Просто есть специалисты, есть не специалисты. Специалисты умеют это делать. Не специалисты пользуются машинами. И давайте все-таки определимся, чтобы стать специалистом, это надо большие-большие проблемы и мозги включать. У всех ли они есть, я про это не думаю. Потому что, как бы вам сказать, очень много у нас сервисов разных. Но сервисы разные, где они? Сервисов нет в той самой автомобильной передаче. Потому что вы должны понимать, да, что я реально смотрю и понимаю, что если у вас возможность ремонтировать, что стандартные человеки делают? Стандартные человеки у вас напаривают по самые кривые помидоры. Да. Я этим делом не занимаюсь. Я стараюсь залезть туда и объяснить, что это можно сделать дешевле, чем вы бы пошли покупать новые вещи. То есть вот у бывшей моей супруги сломался автомобиль. Ее 3 раза нагревали по самые кривые помидоры. Я ее внимательно сделал, нашел специалиста. Но это отдельная тема. Видите, что касаемо здешних вещей, то мы работаем для тех, кто реально хочет сделать достаточно быстрый автомобиль. То есть, что такое быстрый автомобиль и как можно его быстро поменять, естественно. То есть, в принципе, стойки стабилизаторов, стойки амортизаторов, это все меняется. Так же, как шурусы, так же, как и рулевые тяги. Так же, как масло-то, естественно, что же не поменять-то масло, это надо быть абсолютным человеком странным, то. А также здесь можно поменять фильтра все подряд, никаких проблем нету. Вот это то, что вы можете сделать и не влетать в бешеное количество времени и денег. Естественно, если вы все это еще будете здесь покупать, в свое авто, вы должны понимать, что как бы, ну, ценники будут весьма интересными и привлекательными. Вот я об чем говорю. Кроме всего прочего, вот то, что за моей спиной, это уже люди поменяли амортизаторы. 3 секунды дело на 8-ке целиком. Это ровно 3 секунды дело. Но кроме всего прочего, здесь вы еще можете спокойненько автомобильчики помыть. Что, кстати, тоже достаточно интересно. Потому что я не противник экономии. Я противник экономии на качестве. Не каждый человек умеет машины даже чистить, если честно. Ну, может быть, вы что-то можете сделать, но давайте все-таки определимся, что есть такие вещи, которые необходимо сделать с умом. Допустим, часть наших машин находится на комбинате. Вы их просто так не отмоете, а здесь это можно сделать. Ну и пропылесосить, и сделать все для вашего качественного удовольствия. Тут, конечно, надо понимать, что и на старуху бывает порнуха. Аль, вы думаете, что только российские машины, и у них сыпятся движки и коробки? Успокою. Американские коробки при максимальном удовольствии и внимании ходят 200 тысяч плюс-минус. Японцы 400 тысяч плюс-минус. Это я про автоматы. Про автоматы чуть позднее. Так вот, здесь не полный цикл. Здесь не ремонтируют коробки и не перебирают движки, и не варят кузова. Но замена того, что ломается и изнашивается чаще. Так это сюда. Все меняется быстро. Итак, ценники адекватные и нормальные. Где это? Естественно, выезде в сторону юга. То есть, вот ближайшие дома города Магнитогорска отсюда, я могу буквально за 2 минуты дойти до них. Неторопливым шагом. Могу за минуту ровно. Улица Калмыкова, 24А. СВ авто. Тот самый СВ авто, который вы многократно смотрели по моей передаче. Сегодня и сейчас он переехал сюда.
сегодня и сейчас здесь самые грамотные, быстрые и, я бы вам так сказал, более чем дешевые ценники. К слову о том, что эти ценники могут быть еще дешевле. То есть, какие машины у нас? Как правило, иномарки, да? Если на иномарке что-то подстучало, вы не беспокойтесь, она достаточно долго может проехать, и вы, в принципе, не торопясь, купите то, что нужно. Другой вопрос, сможете ли вы это сделать, поставить? Вот это вопрос. Но давайте все-таки определимся, что сегодня сейчас здесь есть. Здесь вы можете помыть свою машину и спокойненько, неторопливо, подождав свою недорогую деталь, поставить ее грамотными специалистами. И если честно, то возможно, если это дело получится, одним из них буду я. Реклама. Двигатель политики и торговли. Телевидение. На нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound по телефону +7 951 470 07 70.